Всем привет! Ну, наконец-то я получила свою лягушку-путешественницу, а точнее посылку от Нади. Мы с Надей делали обмен. Ей посылочка моя пришла за 4 дня, а от нее посылочка мне тут блудила неделю, наверное. Так, ну, в общем, я вот тут уже разрезала, но ничего не открывала. Открываем. Вот. Так. Это, я так понимаю, подарочек мне. Наверное, для моих кактусов, да? Надь, спасибо большое. Как раз вот у меня тут сеянцы новые посеяла я. Пригодятся вот эти малявки. Сижу на балконе, у нас жара неимоверная. Ой, пришла. Бегом-бегом. Вся мокрая, как зюзик. И тут еще сейчас. Так. Запасы. Запасы. Ну и, собственно, я надеюсь, это... Вот я тут что-то нашла. А, вот. Магнитик. Спасибо. У меня много разных было обменов, когда я рукоделием занималась. И магнитики у меня разные на холодильнике висят. Так. Собственно, сейчас будем проверять, пациенты живы или уже мертвы. Сколько времени такой жаре болтаться. Так, так, так. Ой. Так. Это не вижу, что там у меня снимается. Это кои. Сейчас поскреплю на камеру. Это я вижу хоечки, да? Как с ними обращаться, я не знаю, но Надя сказала, что она их посадила. Тут кончик маленько отсох, но я думаю, это ничего страшного, да? Я его сразу так, оп. Это называется «Не хочу я хои». И они у меня не будут. Ну, Надя, добрая душа, подсадила меня. И тут еще Маша, помню, месяц назад или когда-то говорила, ну, не, Лена, ты хойками не занимаешься? Я говорю, нет, Маша. Маша с канала Мария Литопс. Она, ну, они у тебя будут. Девочки уже сговорились, наверное, да? Ой, вот они. Вот они. Живые. В горшочке уже посажены. Так. Что там снимают, честно, не вижу. Сейчас сижу, обливаюсь 33 потами. Вот они. Тургор вообще замечательный. Хорошенькие. Будут расти. Так. Уберу пока. Опа. Дальше. Это должна быть самса. Вот она немножко выпала. О, ничего себе. Куда там у меня камера уехала? Ничего себе. Вот это размерчик. По сравнению с моей, но она тоже разрастется. Обалдеть. Обалденная красотка. Листья, вот это вот, я так понимаю, она такая должна быть, да, голубой налет у нее, серебристый такой. Надя, спасибо тебе. Просто шикарно. Так, ну посажу я ее уже вечером, потому что сейчас невозможно ничего делать тут на балконе, я просто сварюсь. Бери веник и парься. Красота. Так, проверяющий мой пришел. Итак, вот такие подарочки по обмену прислала мне Надюша. Видео это коротенькое, потому что реально очень жарко. Я уже просто не могу тут находиться. О, еще и солнце светит тут, господи. Вообще ничего не видно. Чего снимаю, чего не снимаю. Так,
Вот. Тень свою снимаю, похоже. Так, ну вот я со штатива сняла телефон. Так, покажу. Красотка, просто красотка. Блин, ну что-то даже как-то неудобно такой подарочек получить. И такой скудный подарочек я отправила. Но все это разрастется, все это будет красивое. За горшочки для моих кактусов отдельное спасибо. Все, девочки, закругляюсь. Всем пока-пока.